Вот хочу продолжить разговор, но уже более серьезно, вот о разведчиках. Про разведчиков. О том, что надо больше помалкивать и не выдавать всю информацию. У меня совсем недавно подписался один партнер из Испании. И сегодня я с ним общался. Он подписался 2 дня назад. И сегодня я с ним общался, и он мне вдруг сказал такую фразу, что вроде было все понятно, а сейчас вот захожу на сайт и как-то менее понятно. Опять много вопросов и неясностей. Очень важный момент, что хочу сказать. У меня есть система, которая позволяет пошагово, постепенно заинтересованного человека ввести в курс дела и дать ему сведений о бизнесе ровно столько, на мой взгляд, сколько достаточно для того, чтобы он принял решение на каком-то этапе. Например, я ему говорю: слушай, есть возможность заработать хорошие деньги. Вот тебе ссылка, зайди на сайт. Этой информации вполне достаточно, чтобы человек, если у него есть нужда в деньгах, зашел на сайт. Он зашел на сайт и увидел короткую информацию, видеоролик, в котором говорится о том, что есть вот такие продукты, вот такая возможность на этих продуктах заработать. Хочешь узнать?